Сделать фото на память верхом на коне, позабавиться с командой аниматоров или нанести модный аквагрим или принять участие в кулинарном мастер-классе по приготовлению мороженого. Все это для детей особенных. У них есть проблемы со здоровьем, а еще есть взрослые, которые объединяются и делают все, чтобы мальчишки и девчонки забыли о своих болезнях и были самыми счастливыми и любимыми. И надо сказать, им это удается. Более 20 тысяч детей находится в банке данных. У нас в каждом регионе есть свой район Цикраир и в городе Бресте областной, который занимается с ребятами, у которых есть особенности. Хочется сказать, что Цикраир всесторонне оказывается помощь и детям, и родителям. Обеспечивается доступная среда, и мы стараемся удовлетворить все потребности этих детей, возможности дать им образование, развить какие-то способности, но самое главное сделать так, чтобы эти дети были социализированы в обществе. Поэтому такие фестивали, которые сегодня проводятся в ЦМТ нашем областном, они очень важны, где мы видим, как могут взаимодействовать детки с какими-то проблемами в здоровье, с обыкновенными детками, есть инклюзивные номера, и система в этом направлении работает очень плодотворно. Шары – неотъемлемый атрибут детства, на что сразу же обращали внимание гости творческого инклюзивного фестиваля «Вместе мы сможем больше». Инициатором своеобразной преамбулы к праздничному концерту стали представители управления по образованию Брестского облсполкома, Центра коррекционно-развивающего обучения и реабилитации и волонтеры, которые, собственно, и организовали для детей с особенностями разнообразные конкурсы и акции. К слову, на такого рода фест приехало более 400 юных участников со всей Брестской области. Наш фестиваль «Вместе мы сможем больше» проходит уже 13-й раз. Каждый год мы стараемся наш фестиваль украсить какой-то изюминкой. В этом году для нас очень важно. У нас работают в качестве организаторов интерактивных площадок наши учащиеся учреждения профессионального образования. Поскольку наш фестиваль собирает ребят с особенностями в развитии, их нормотипичных сверстников со всей области, мы считаем такое сотрудничество очень важным, потому что фактически уже идет ранняя профориентационная работа. Наш фестиваль состоит из двух частей – интерактивная часть и потом концертная инклюзивная программа. Почему инклюзивная? Потому что концертные номера готовятся силами ребят с особенностями в развитии и их нормотипичных сверстников. Для нас важно показать, что на сцене, в повседневной жизни, в досуге абсолютно все равны. Мне просто очень нравится делать красоту. Я люблю очень заплетать, крутить. У меня это очень хорошо получается. Мне предложили, я согласилась. Мне очень интересна такая тема. А праздник просто хочется подарить детям радость. Очень. Интегрированный фестиваль «Вместе мы сможем больше» проводится уже в 13-й раз и уже успел стать традиционным. Данный проект можно с уверенностью назвать результатом огромной работы, которую ежедневно проводят сотрудники социальных, коррекционных и реабилитационных центров, главная задача которых – дать почувствовать особенным детям, что они способны на многое, что они любимы и нужны. Дети – это радость, дети – это удовлетворение, дети – это улыбки. Дети – это счастье, но и дети – это будущее. Поэтому хочется, чтобы сегодня в раннем возрасте они оценили тот вклад, который вкладывает в них государство, который вкладывает в них родителей, общественность, школьные учреждения, учреждения другие, образования. И в обязательном порядке оценили в этом будущем и не стояли уже в стороне, когда у них будут свои детки или возможность оказывать такую помощь, благотворительность и делать праздник уже для своих детей. Мероприятие, конечно, проходит, вот как вы видите, в таком вот для наших деток особенных, которые, да, делается все для того, чтобы они тоже почувствовали себя такими же, как и обыкновенные дети. То есть они такие же, как и мы абсолютно. Поэтому мы все вместе с ними
Они с нами. В ЦМТ собрались уникальные дети. Ангелина точно знает, на фестивале будут песни и танцы. И она сможет показать свой талант и удивить зрителей. Что у тебя за номер, расскажи, пожалуйста. У меня номер акробатика. Колесо, мостики, все такое. Еще пару элементов. На сцене у меня страха нет, потому что мы выступаем в школе очень много раз, и я к этому привыкла. Мне понравилась музыка, веселье, день сегодня радостный, 1 июня. Вообще круто. То есть ты бы хотел побывать на таком мероприятии еще раз, да? Да. У меня радость, счастье. Понравилось, как шарики делали, как мы репетировали. Понравилось, как девочкам грим делали, как делают прически, нравится. В свете ярких софитов и под прицелом фотокамер дети, которые обычно стараются не выделяться в обществе, особенные актеры с обычными детьми. Каждый творческий номер фестивальной программы – это отдельная, а зачастую грустная, но вдохновляющая история. Здесь нет места соперничеству, только любовь, дружба и поддержка царили на сцене. Терапия теплых взаимоотношений, любви и заботы – лучшее лекарство. А когда речь идет об особенных ребятах, особенно многое зависит не от врачей, а от родителей, воспитателей и нас с вами.